Пенсия – это время для путешествий. Проект «Активное долголетие» приглашает людей старшего поколения в бесплатные поездки по Подмосковью. По городам региона их прокатит брендированный автобус. Отправляться в путь он будет каждую среду. За один раз доставят к достопримечательностям Подмосковья 35 человек. О комфорте и безопасности пассажиров позаботятся сопровождающий и медработник. Свой туристический сезон люберецкие пенсионеры открыли поездкой в Коломну. Есть разработанные маршруты. Маршруты согласованы с Министерством по туризму Московской области. Вот, значит, есть программа, уже созданная программа нашим центром, в какие дни, когда и куда, значит, едет та или иная экскурсионная группа. И наши жители нашего городского округа Люберцы едут в туристические поездки. О своем желании занять место в брендированном автобусе нужно сообщить в управление соцзащиты или комплексный центр социального обслуживания населения. Правда, придется постоять в виртуальной очереди. Туристическое направление проекта «Активное долголетие» пользуется особой популярностью у старшего поколения. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.